Всем большой привет! Показываем один простой тест, который сможет вам помочь определить происхождение яиц. Или оно с птицефабрики, как вот это правое, которое с маркировкой. Но бывает, что они и продают без маркировки. И слева это наши домашние яйца от домашних курочек. Тест простой. Я разбиваю яйцо. Домашнее и фабричное яйцо. Берется зубочистка обычная, которая есть сейчас в каждой семье, и она втыкается в желток яйца. Видите, да? Я втыкаю зубочистку, и она у меня ложится почти тут же на бок. И втыкаю точно так же зубочистку в домашнее яйцо. По отклонению зубочистки или по падению можно судить о плотности желтка. Видите, что справа у нас желток менее плотный и зубочистка падает, не стоит. И вот это правое отклоняется. А левое, домашнее яйцо, оно более плотное, не растекается так. И зубочистки будут стоять достаточно долго. Простейший тест, который позволит определить плотность самого желтка. Очень простой. Зубочистки есть везде. Он почти 100% дает гарантии, что вам пытаются продать фабричные, заводские, так сказать, яйца, они добавлены, там что только сейчас не добавляют. Спасибо всем за внимание.